нами Георгий еще помог в европейских судах. Iată așa, suntem în curte de apel, Bălț, și o auzăm pe glas, pe cucoană, să vedem. Arestați scandalista asta! Bună ziua! Ori de când nu te-am văzut, eu ce te-ai făcut frumoasă. Ține. Asta nu pentru ce? Pentru activitatea ta. Mulțumesc frumos. Poliția nu te-a bătut. Nu m-a bătut, mă păzăște. Bun, bravo atunci. Ia uite, și doi se filmează, doi din... Dar eu ca un țăran, azi, zic până la două, dovedi să-mi fac și frieză și... Iată, 24-10. Zic, ori mor scarmana pe aici, ori... Marieci, ești bravo. Trage de floași. Da, po. Uite, stai eu bine cu flori. Bravo. Uite, o, doamne. Dar uite ce interesant. O doamnă mi-a afișat și bun, 150 de lei. Eu m-am nerat. Prima dată am văzut așa ceva. Uite, și uite, dacă ar face așa... Da. Dacă ar face tot așa, ți-a dat voie să lucrezi cu patent. Uite, dar ce gine râți, chiar nu că la cameră, dar îți spun. Suntem în direct, da? Eu și în direct, da. Am cerut iar de nou recuzarea. Bravo! Ca domnul eu... ai făcut sau așa, te-ai gândit să... Nu, chiar am vrut, nu, chiar am vrut să asist și eu să vă susțin că eram alături, zic că... Dăc... Bravo, bravo, e că așa să ne unim mai mult și da mai puteți? Mult. Da puteți? Amuș, las că ne unim. Și... Bună ziua! Bună ziua! O, zici cofe o gășeaie, da? Apă, apă, sarmana. Angela. Da. Doamna Angela. Salutare! Это вы принесли? Да. Это, наверное, вам. Давайте я вам поцелую тоже за активизм. Узнаете меня? Кирилл, когда... Да, вы Валентин Бородатый. Я видела ваши репортажи, когда вы были в Кукунештах. Первый раз. Кирилл, когда пришел с армии, он мне принес большой букет роз. Как будто, знаете... Хотя, а это, не могу сказать, что люблю розы, это но... в 300 раз дороже, потому что вот прикрепили бону де плата, да. Бону де плата. Да, представляете? Люди заплатили за них. И никто не верит, что я вас не прошу, не... они думают, что я нанимаю. Давайте нанимай на свет. Нормально? Да, на свет, так, чтобы... Вот как, скажите, как, Валентин, как? Видишь? Как бороться с этим? Будем вы еще это самое очень мужественное. Я бы... Вообще-то я смотрю, сейчас вы на Зою Космодемьянскую похожи. Скажите, что нет? Жанадар, я говорю. Зоя Космодемьянская. Мария Нотарю ведпи. Ну, Нотарю ворбим Тарю. Ордышка сомбатат пи. Я вот так... Ну, и не мне. Я вот... Там шуститься, орать. Там пустое табло, идите снимите пустое табло. Да пустое я сняла. После 14.00, ничего шеденца. Ну, машеденца. Они изолируют, понимаете, делают вакуум, чтобы никто не видел, не слышал. И люди не говорили, Майя, так значит, это что-то правда? Значит, это она не больная, эта женщина? Как мне пишут некоторые... Ой, кто говорит, что больная, пускай сами просят справки. Они так стараются преподнести меня, но вы знаете, не знаю, что я покажу себя, хоть и это... самое, что я... Что я... Доамне ферешти паркиздешепти дзэждян ку шляпка ста. Я вот аша чи деду удзэч. На сила. Я тоже знаю, мы знакомы. Спасибо, мам, что вы придаете класки. Я очень благодарна, потому что... Я специально для вас пришел. И для Марии, и для вас. Я думаю, что наш Кирилл это видит. Потому что... Потому что сделать то, что они сделали с моим сыном, это вообще не признаются, потому что если разорвать эту цепочку хора Молдовии, если бы это была Молдовия, а стай хора анти-Молдовии, вот эту цепочку, если разрубить, они все по одному вот так и съедут с горки прямо в яму, в ту грязь, которую поливают жертв. Вы понимаете это? Я хотел вам сделать комплимент. Если бы не было... Еще один общественник, активист.
Еще один. Фарси, это ваш адвокат. Браво, 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 браво. Ферзи, браво. Дай Бог вам здоровья. Так Олег, если мне все спрашивают, какая Олег, ты молодец, пынь, кумонтере, хоть какая молодец, что вы нашли панциру. Мама, мама, что с вами? Это три года назад панциру делал конференцию. Три года назад панциру помог мне остаться в такой ситуации, здесь где я зимой. Надо не кофе пить с цветами, а надо брызгнуть и кофе им в лицо. Вы что? Здесь надо куапа сунты. Приходите, ну, так... батюшки, каждый пусть, день. Пусть Бог вначале. Ну, я вот это, каталуминес. Фармари олар нумай сент экземпл. Суарета мук, ну, тари сарата наста. Я вот чесу факут шафреза, как вини бородати. Пи не аштептати. Ну, браво, браво. Браво, Валентин, когда мне... Когда мне пишут, что... Мы на вас смотрим, и мы видим, что вы не одна. За вами столько матерей, которых вытерли об асфальт и растоптали. И вы сегодня сделали то, что говорят другие, но вы с ним вряд ли я общались. Я вам просто это целую вообще руки за ваш активизм. Сколько вас выдержит я сердце. Я не могу по-другому. Выдержит, выдержит. Ассимептерник. Я не понимаю. Я учила этого ребенка ну, быть такой... человеком. Он надо ни разу не пришел побитый синяком или чтобы у него были обверты руки. Все, что он имел, это грушу в гараже. Кто не ты знает что, историю, это так вообще, думает, это что вот эти женщины нечего делать. Да. Вот пришли. Вода, то дудзашчиндянь, гулпату, щиембл. Мои у него нет ни одной улики, у него нет вообще ничего. На нем кровь третьего человека. Везде написано, сфабриковано, что их было двое. И сама Парари, он спасал свою жизнь. Как вот я могу молчать? Ты видишь, как он хорошо выглядит? Он не сидит. Мне все говорят, что он да не сидит. Вместо него он слишком, сидят, а он отдыхает. Да, он слишком но хорошо. Но он не делал этого, вы меня слышите все. Да, он да, этого да не делал. Мы все поддерживаем. Он просто сын хозяев дома, где-то случилось. У меня я принесла все. В самом уголовном деле все доказательства того, что дело сфабриковано, что сына вытащили из дому. И что? И ничего невозможно сделать. Мам, до сегодня, но будем делать. Коржаут лабар была умприота полу Мария. Чинсо джокатана плетели Мариену мабродать. Браво, браво. Ео мусумеск. Да мы всегда... А вот это в чекуане деликате. Браво. Ну масуценецене. Eu data trecut când am fost, nu erau pahare, Marie, Marie, nu erau pahare. Aici așa, ia uitați cum a pus. Sunt pahare, dar eu... Da, da. Patru, trei etaje am fost și nu erau... Dar aici ședințele nu sunt afișate. Poate știu. Când a fost prima dată, m-am scandalat aici, că 17 lumânări erau. Ia să vedem. Bună ziua! Я когда к нам фоста поля, как стенслу мы нерли, да? Дамна. Мои стенджеслу не нас видела калькулятор. Ниш на воде, ниш на... Я как чистый медз, Мария. Чистый медз, как уйтаться во есть эти рам шинджанты. К номере. Тот, тот и информат. Я как сварит пентру четоцень. Я вот еще не боролся мой мод. Cum să bierui mai scurt la o... Eu te închid. Ia uitați-vă că să vă arăt că am venit de acasă. Ia uitați-vă. Da, da, asta eu am luat de la ochniță. A, că de Marie să ceartă acolo. Doamna, chiar nu ne-ați înțeles, stângeți mai lumânările este, cheltuiți banii noștri. Mă auziți? Mă duc sus la șef să mă plâng, dar... Ia să uit pe adnaclasnici. A, ca așa. Ia să uit pe adnaclasnici. Cu două lămpi aprinsă. Da. Ia uitați-vă, care e linia națională anticorupție? Care nu știe, adresați-vă, dar până v-ați adresat la anticorupție, Maria, mă repede.
Мария, так найфи и топ, ну что, я не перемета ше кутук, но не ж ты мои бени. Когда мы прямо спереди сейчас. Да, да. Дех сперд манускрисуре акро ла думне воастра, аста и ной сентем мои прямые. Аут. Când s-a mai filmat Maria Olar cu brodachii față în față? Noi astăzi avem un interviu special cu Maria. Eu am spus, vin cu condiția dacă îmi dai interviu. Și s-a glasilăsit. Așa că... Uite, ai făcut mai înaltă decât în... Serios, nu? Ei, da, ai mai slăgit o leacă. Nu, știi ce nu-mi place aici? Uite... Tot spun că se rând și rând aici da, la asta. Dar uite, să le pustii. De la unul până două e masă. Aici e bravo că uite cum au stâns lumânările. Dar asta nici n-au de... Ia mai să-i facem o observație împreună. De la unul până... Da? Da. De la unul până două oameni buni. Da, da, da. Putem braziala tu maliciru, tăchii tritoma. Da, dar la ce? Так, Любовь Яцко, мулцумим, кад не сусцинец. Эй, сентем комич, Олег, дем глума ши беруим тет аста. Эка мулцумез ку домнулу, ку делантрари му реконоскут. Ши, кум ва нумиц, макар ка? Дом Михай. Служиц... Да. Патриотизмул и Молдови. Я рам врут с вэд пи одноклассники статур ла... Я вон татсу в керпи сервичу каре... Браво! Май мулц аша кад мястра. Молсуми. Я раз сентем спичал к контролу, с видим пи не аштепта. Ш макар ва сервиш шинева ку во кафе пи ича? Да? Ва сервиск ю? Ну? Da, deci că nu sunt buni tare, dacă ai băut ceva, pu tare mână, rapid. Ori ne serviți-o dumneavoastră din leafa care aveți. Nu vă permiteți. Uitați-vă aici discuție. Ia că ce îmi place, parcă e original aici, ia uitați-vă. Ori e original, Maria. Da. Дождетесь. Вот смотрите, как вести себя во время заседания. Да. Приемлемо, но не написано запрещено. А марата домно авокад, да ну сопрезента. Не приемлемо, это не значит. Ком-ком? Копту Серджу. Опту Серджу. Пусть знают вас зря. Вас зря люди думали, что вы непорядочно и хвалили панциру. А панциру 3 года назад давала. Хорошо вас сдирает или нет? Я не буду его хвалить. Этот человек? Нет. Он даже когда вот за бензин, он говорит, сколько можете? Вот. Как я? О, еще один. Как и я, да. Нет. Я, конечно, луми драга, ну не креди нимень, n-avem nici un leu și nu ne sponsorizează, mai ales eu șef de partid și asta și niciodată nu ne-a dat un leu. De aici promit că... Da. Măcar giga. Chiar de râsul lumii, Maria, am pus giga snidei și numai o primăriță din Berlin s-a adresat la... Вот, Валентин, как вы требуете, вода? Дем ши ю, ну штем, как цей спон, зак ма харбо 2000, зак 200. Ш не трансмиссия раньше, ш не уед, чан прецует, ош у дискаму ш соцу. Ш нам никак у дынзак, че вас... Да, ой, споне че ам, и плач публичтатя. Че че е деварат? Че е деварат, хурет, да. Ну, хоть мне вас стояк, ма фачи де. Я вчера написала мессенджер Георгию Кокалеву и Платону Вячеславу, чтоб помогли мне подать в Европейский суд, так как я безработная. Он в Европе может... Что с тобой, Людок? Может, тебе помогут? Что с тобой? Успокойся. Прошу помощи. Успокойся, тебе помогут вот та организация, которая... Он помог Валентину Бородатю. Может, ты мне поможешь? Год и 7 месяцев без света. Председатель партии. Вот помог. Что сегодня продал машину, лишь бы поставить свет. Спасибо, домно. Георгий Кавкалюк. Тут машина с... Да, по-нома, când am văzut... Fără lumină, oameni buni, activistul stăcive, el e fără lumină, care face cu adevărat, ca cum facem noi toți, cu adevăr, numai adevărul în față, fără minciuni, fără ne stăruim... Da, e că Maria știe, fără... O zi nu m-a oprit, măcar fără lumină, de mă știu toate vecinile, că împrumutam lumină, că... Rușine, rușine, da? Все равно победил.
Corect. Chiar nu mai m-a filmat atât. Dă-mi mafie. Spune că am lunindă de 10 ani de... Платон тебе не поможет. Я тебе ну, я написала. Ну, правильно, правильно. Вот надеется на Кавкалюка? Да, может, да. Надеемся. Ну, дед Платон, эй, Наталья Мурат. Да. А что Наталья Мурат тебя не берет, Лаи Митюни? Попроси ее. Да я ну что, ну мас удат керетец ей, ну мадинчинов шаста. Удат сон вид пи Мария Олар, пи бородати ними, ну а стоя. Синий Мурат. И по телефону с Лаи Митюни. Том не ферешт. Ниже пелотуре. Пусть бизнесмены помогут. Я вот че мэр города пейте. Чего гордость? У меня денег нет. Bine, dați să mai arătăm dacă ne aflăm la... Ia n-auziți, eu am o cunoscută la etajul 3, mai tine că-i șefa. Haideți la dânsa să mă mai vizităm. Nu șefa, aici e șefa talpă. Talpă, sus, la... Dom'le, eu și mă rotim împrejurul mesă și asta, zic, gata, curtea de apel e mie. Aha, aha. Aici e fără culioasă în aici cătă. Дети Мари, причем я кстати дети. Мария, да. Сергей Бурлак мне написал. Вот. Я ему писала, они мне сегодня позвали уже. Че греутать по луме часто? Не умытаться. Да ты цент информацию, но не знаю, как и как мы сопроцедезем. Мулцумеск, и Мария, и мы, мы сентем информацию, да, ша. Андрей, это так, как мы, фарти не плохо, тут эта луме срыги. De Andrei Mestas, cu duș la Natalia Murari. Cum i-a dus? Cum i-a dus? N-a urmărit. Pavel Grigorciuk, попробуйте договориться с адвокатом, что гонорар будет после выигрыша. Эй, успокойся. Что за гонорар? Да, пишет. Павел Григорчук и факут устроил. Помоги мне. Да, она ко всем. Я всем прошу, чтобы мне помогли. Правильно она делает, да. В Европейский суд у меня денег нет. Да. Вот пар... говорит, да. Паркоту над, шнёду над. Да. Идите... Вот я написала, но ещё да. не читала. Вот Коты ураку? Может, поможет. Я написала... Ура, да очень зашёшься, же гэта с факурацини. Я вот это... Я всех прошу, чтобы помогли. На зиво, дом. Да мой фачец был на орле шас курацини. Aha. Ori asta e ultima, da? Dar la cât se închid cabinetele și să vorbim? La ce oră? Iată, la curte de apel întâlniți și diferiți oameni și polițiști și... Care prezentabil și care să salută. Bună ziua! N-ați uitat nicăvă un culioc aici? N-am venit, zic, poate un lua noi dacă ceva. A, ca na. Aș întrerupe live-ul, dar pur și simplu mă uce diferență. Între ce spun și ce se petrece. А, ca să începe concert. Они вам такого не сделают. Что значит не сделают? Он вот так стоял передо мной? Нет. Вот так стоял? Ты прокуратуру напишешь, прокуратуру генеральную. Так отправила 21 числа, и вот тишина мертвая, мертвецкая. Они хотят быстро-быстро-быстро сделать, что они хотят. У тебя вот эти ответы. Еще раз прокуратуру. Как люди вчера, люди как сказали вчера. Что ты столько уже пишешь? Мне пора остановиться. Нет. И... Нет, не останавливай. Нет, они мне нет, сегодня в смысле опять, перейти на другую не стадию видели? Уже. Вы не видели, граблями. Да, 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 так и будем. Так и будем. Посмотрите, это можно вообще, вот как это можно? Ой, тут темно. Ой, Тацева, нос смокряда нимень. Да, Сара, тер студент Лукрерло Ленин, Карл Маркс. Și mă gândesc, zic, ori cu ce se începe revoluția? Și spune... Am o să elibereze Maria și îi spun. Dacă este numărul și data, trebuie să fie, știu, ancheta, răsmătrenie, perisprose, sprose, proverche, sverche, sravnitelne analiz. Corect. Și e vred, de-am atâta.
А если этого нету, и решения должно быть, то решения никакого нету. Понимаете, что все вот эти шединцы, которые мы ходим 2 года, в конце у них будет 2, 3, пусть 5. Они их вот так заберут в расписание, и ничего не будет. Поэтому да, нет правильно. Определения, я уже это поняла. Я уже это поняла. Да. Были полицейские, морторы, которые говорят, а я когда приехал, там никого не было, только... А вот видели, как все спрятались, как мы пришли? Да. Ну, вот тут маритер. Юделантрарикер, мол, сумесу домнулу. Полицейские заявили, что они... Пилок закьяутини, что с тем, каже, звезда. На месте инфракционии, вот они были на месте преступления, и полицейские говорят, что никого не было. То есть они это подводят к тому, что Герцевой взял Оприю, увез, не знаю куда, Палева увезла скорая, а вот это место осталось фары никого. Неправда. Там был весь следственный отдел, там были все подняты, понимаете, что такое наркотики, если были обыски по домам, и у Бербека в том числе. И все думают, что город не знает. Город знает. Знают многие бывшие полицейские, которые не могут даже мне здрасте сказать. Они не могут смотреть на меня. Понимаете? Потому что они понимают, что сделали с нашим сыном. Вопрос. Что им стоит фабриковать так, как они хотят? Почему нельзя снимать? Потому что у меня будет доказательство, до конца, что вы хотите добиться. Расписания. Правда. Квалификации. Убийство по заказу, потому что не Опри убивал Кирилла, и не ребята, которые были во дворе Грибова 12. Кирилла убили, перерезали подмышки, ударяли, я уверена, хоть один раз по голове ударили, полицейские, которые туда приехали. А Опри пишет, что он побежал сам в станцию скорой помощи, потому что никто не прибегал. И тогда я поняла, что хопа, он не зря это пишет. Я расставила все события поминутно. Кто, когда, все мортори, что говорят. И на схеме получилось, это когда что... весь бельцы говорили про это убийство. Не бельцы, единцы. Единцы, и, да. И я да. поняла, что кроме Кирилла никто не мог бежать в скорую. Скорее всего, что Кирилл позвонил в 112, сам даже в скорую побежал. А фельдшер говорил, что они получили звонок по рации от полиции, где было сказано... Немену душец, но майкуной каколес наркомань. Все, они ждали, пока эти ждали. Возможно, Кириллу оказали, ну там, хоть какую-то, я не знаю, сказали, ой, подожди, там другой истекает кровью. Когда они туда поехали, а медики даже не поняли, там был не один ножом врезанный. Потому что Валентин, мой сын полез, конфликт разнять. Мария и Улаш, вот тот, кто Валентин был первый резанный. Они подменяли того резаного на Кирилла и оставили. Когда пошли туда, как будто там еще кто-то просит помощь, понимаете? Они Кирилла ударили по голове, принесли, перерезали подмышки, подняли ноги и стыкали всего, представили, как сатанизм. Это только работники полиции. Так во фидрептате, тут шпана урмыка, но и ну не ласамаша. Перейдете с черного на белую конспуне, хайне. Одежду. Да, перейду. Обещаете? А я вынуждена. В тот же день. Потому что я хожу в церковь, а, наверное, Господь раз так сделал, он знает, что он делает. Ну, хоть и 50% услышали от Бога, что вот вы напрямую. А это я все. Бы не увидела это все. Ага. Если бы я, 18-й из внучек... Мария, читач. Навинитиус. Не знала этот румынский язык, потому что да, я да. как бы городская. С 4 лет папа с мамой меня забрали в Единице. Угу. Если бы не школа советская у учителей евреев и не мой классный руководитель Софья Евсеевна Симеонко, я, наверное, никогда бы вот этот язык генетически не всплыл, и я бы не увидела то все в Досаре, что я увидела. Но когда я это увидела, как говорил мне батюшка здесь, в Молдавии, Дом Анжела, простите, чтобы Господь вам открыл ровно столько, сколько вы сможете это выстоять. Вот если принять. Бы не было потому этого это страхи Господни. Уголовного дела, чем бы вы занимались? Чем или бы вообще, я занималась? Да, в свободное время? Мы похоронили Кирилла и вернулись в родительский дом. В дом моих родителей, где лежал Кирилл. В гробу. И мой сын. Ой, мой сын. У меня уже волосы подымаются. Мой брат, это потом мне рассказал мой муж. Мой брат, я не знаю, как он не побоялся получить вообще, ну не то, что по голове, а отпор. Подошел к моему мужу и говорит, Саша, пожалуйста, возьмите девочку, чтобы она не сошла с ума. И они мне не дают вообще что-то сделать еще хорошее в своей жизни. Я решила, что это хорошее будет то, чтобы они перестали убивать других. Коррект. Потому что они забрали у моего сына жизнь только за то, что он открыл рот на эту систему, на эти наркотики. Он озвучил тему наркотиков.
И его... С ним даже не пытались договориться, понимаете? А он понимаете? Вообще-то курил? Вот у меня все спрашивают, он курил? При мне нет. Но ребята говорят, что он сигареты курил. Ну, сигареты или что-то такое. Или мне нужна эксгумация, чтобы я понимала, что было с моим сыном. Есть и анализы. Но я уже, понимаете, до такой степени я это принимаю, что... Ладно, подсыпали, не подсыпали, даже если курил сам. Но он же позвонил, потому что в нож пошел в ход. За это убивать? Даже так? Ну так кого-то же начали резать, если он позвонил и сказал, что у него плаготы яты. Ну а вот изменения какие-то, когда пришел он домой, не заметили что-то? Откуда пришел? Нет, когда приходил домой. Наш сын с 4 июля 18 года служил в войсках Российской Федерации в отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского в Балашихе. Ну, служил, все служили, но... Он пришел 3 июля, и он уехал в Молдавию в отпуск. Мы остались в России, в городе Подольске. Это случилось через 2 недели 7-го. Мы не видели, но мы с ним связывались, говорили. Дома, когда пришли мои родители, потом мы зашли в квартиру, был идеальный порядок и все остальное... Тряпка была мокрая на входе. Вообще, после армии он не то что изменился. Он зашел и говорит, мам, на тебя это не похоже. А я говорю, Кирилл, думаю, вечером я тебе скажу, почему не похоже. Потому что я тогда только заканчивала 16 химий. Вот я вас спрошу. Ужас не в этом, ужас в том, что я думала, слава богу, что я, а что сын жив. А у меня еще и потом это оказалось не мое. Вот забрали. Когда нападали на меня, пришли дома, и первое, что поискали в мусорке. Нету ли шприцов? Мы все всякое. Пересмотрели. И не было у меня, потому что никто не курит. Мы не все, это, а они у вас... оставили на месте, ничего нигде. Они оставили на месте преступления на Грибово 12. Оставили рюкзак Кирилла, где был загранпаспорт российский. Внутренний молдавский, он был просроченный. Они не провели его как россиянина, они провели его как молдаванина, который был здесь и жил как будто здесь. Если он купил наркотик, мой ребенок, он, наверное, должен знать, где. А если он привез из России, давайте будем таможню дергать аэропорт. Как он туда, как он провел? Выйдя из российской армии и начать заниматься этой ерундой? Вопрос. Даже если в жизни бы не пошел вот так с компанией это делать, потому что ему предлагали, и после его смерти приходило 2 раза приглашение на работу в ФСБ город Москва. О каких наркотиках можно говорить? Но грязь валили всю на Кирилла, и у него по экспертизе 12 типов отсутствует. А я хочу в судмедэкспертизу биохимию и... Доказывать. Да, и скан костей, потому что... И вы согласны, чтобы... Я подозреваю, чтобы... что могло быть что-то в крови. Эксгумировать, да? Да. Да, она пишет, не я дают. Я не согласна, я требую. Она требует, ей не дают. И а хотите дают. Присутствовать даже? А почему нет? Я видела сына в гробу. Да. Я ходила к мощам святых. Неужели я не смогу видеть кости своего ребенка? Смогу. Самое страшное я пережила. Сынтец Петро часто варену. Повтим. За эксгумацию или нет? За эксгумацию или нет? Надо и выяснить, потому что... В этом случае, да, это надо. Так, адуам на Корее. Борбим к макунуаште для порте де апел. В такой случае, что бы вы сделали? Не приведи Господь. Страшно. Не пожелаю врагов последнего. Бедная мама. Я сильная, я богатая. Сильная. Я богатая. Мой не, сын вы никого душевно, не убил. Душевно богатый он уже, не потому что столько терпите. Он спас другие жизни. Я богатая мама. Ну да. Кацаня ве? 25 в мае исполнилось. В августе забрали дни. Молодой. И они знали, что они убивают. И они понимали, что это не та семья, с которой можно договориться. То есть, если бы мне сказали, забирай, чтобы мы вас тут не видели. Мы что, похожи на идиотов? Я понимаю, что такое криминал. Но они даже нам такого выбора не представили. То есть, получается, я не должна была быть учителем. И мой муж тоже должен был пойти работать в полицию, чтобы наши дети тоже занимались этим. Я приношу извинения всем, чьи дети порядочные. И тогда моего сына бы не убили, он бы был с ними в доле с наркотой. Так получается.
получается? Чем вам грозит до конца это? Будем воевать до конца. Вот, видишь? Так, я вот поэтому и спрашиваю. Грозит? Они тянут для того, чтобы прошел срок давности совершения преступления. И чем грозит, да и чем. Нельзя будет привлечь их к ответственности, поэтому... Конимай, видим. А, у тебя вообще душар не дождь макулатура. Да. А ты душар? Я душар не нет. Да? Я забыла вам сказать, а вы не уточнили. Деклине, яка масуна ношення. Ну, масуна, це кума кандайлай, виста, шаши, серьез. Порог дом Валерию Пиорма Масунац. Это не дочем саратем шаколу, че с моей петречи. Ла курте де апел, ю ну что, аша мама притянит, а и че ла этажу 3. Ну что, дочем Мария, но враз марг, кумин ла этажу 3. Аколо есть орлокции, туаре, аша у фемеи, у доамна... judecătoare care eu și mă eram încă la curaj să vă și și mă prembram în prejurul ei și asta e și nu vreau să spun că ne-a spus că dacă ți avea probleme ceva vă ajutăm dar foarte, doamnă am să vă rog am uși pe Marie să ne ducem domn Valeriu nu mă sunați vă... acum o să facem cunoștință, da? Da, așa интересный момент. Я вам это хочу показать. Да, доамна, после в презентации? Ну? Ну? Да, так лукрац аич. Эй, пермиссионе. Да, пшидец акас, шо вы вини ее он луку дмясра, шо мой ранжа аич. Шо... Эй, бене. Так, мо калкат Мария Олару писти пичорен сам на кшевай. Нам обязательно. Я насколько. Так что искреиса, ту ну айдем не тати, что мандрии, ты вин в тудой лей. Угу. Юг три. Я насколько. Тарь не оплакут репортаж. Марии. Тарь не оплакут репортаж, жала кан лае прицует печала. Ты что, я как по анкалцаменте есть работ. Я насколько прицуешь ты мне мене. Ай, да. Публика мы пимин. Начинается интересное. Да. Вот смотрите. Далеко ходить не надо. Ночь моей глуми, мою ляк, как с тенсионес. 8 августа, видите? Если вот здесь вот все пересмотреть, вот, куцит. Дать публичный нос. Кувырфу. Смотрите, куцит. Хотя я показывала вам, что нету здесь ничего. Хотя я показывала вам, что изъят кухонный нож. Потом дальше. Тякарь. Понятно. Потом брикеты, дегаз, понятно. Четыре упереки, дешорс, ясно, килоц. Дальше трикол, детрикотаж. Вот этот холестер, это они украли половину передней части. И поэтому мне не разрешили здесь ознакомиться заранее с вещественными доказательствами. Сказали во время заседания, а сейчас мы должны были изучать и рассматривать вещественные доказательства. Поэтому нельзя было снимать на видео, что украдено, испорчено. Смотрите, с курты, вот объясните мне, с курты Камаши, как это вы понимаете? С курткой Маша сочевала груз моей. Ага, угу. Была сначала с курткой, видец? Угу. Потом была Камаша. Потом они поняли, что нельзя это все так уже подменить, оставили с курткой Камашу. А в прокуратуре, не в прокуратуре, в суде Единиц показывали тоненькую, новую совершенно рубашку у опря Дениса, которая чуть-чуть вот так оторвана, ну, может быть, сантиметр на два, вот так, чуть-чуть. И там... Я старше 50 лет, я знаю, что такое... А свидетели были тогда? Были? Что? Чтоб вызвали, показали рубашку, была эта рубашка или нет? А, таких не было, и нет даже фотографий, в принципе, вещественных доказательств, которые изъяты. Они должны быть. Фейкари, фотографии, трепсфиш, мумиты. Камаша, не камаша, скурта, урчи. Это подменено. Ладно, потому что он переоделся и вымылся. Он говорит, что он убивал Кирилла. У Кирилла 17 видимых серьезных ранений и очень много мультипли. Мультипли это сатанисты наносят, чтобы жертва мучилась. Полицейские, зная, что в Единцах было два таких убийства в 2002 году, в 2016. Первая была второй год Инна Денисова, второй это Людмила Щетинкина. Так вот они представили все, они стыкали моего сына ножом, чтобы это было выглядело как сатанизм. А он все-таки в какую-то веру был? Кирилл? Да. Православный наш, ортодокс.
А вот насчет сатанизма, кто это? А сатанизм — это полицейские, которые видели таких два убийства в Единцах. Ага. А убил этих двух девушек, которых я назвала, мой ученик бывший Виктор Шатурин. Потом его никто не искал в полиции, его искали волонтеры, а потом его нашли в озере. Смотрите, трико у день трикота. Смотрите, обе реки де шорт, барбатеш, яра, шахолчун. Гата, ашай? И вот де спуник, вот все вот это зечи пунктов, я катал, трансмитим, не знаю куда, ложь в туре. А, внимание. А мне. Это копия. 29 ноября, то есть это было 8-го, чтоб все люди августа, видели. Августа. А 29 ноября, тоже 19-й год, мне пишет Ион Кеструга, прокурор, шеф прокуратуры Единицы. Внимание, сейчас вы будете все удивлены. Читайте. Просто написано «Он куцит». Не написано «куцит», «металл», да-да-да, «кувырфул». Почему? Потому что в экспертизе написано, что отдан вообще нож дебукатерия. А потом во время экспертизы они подменили на с декоративной ручкой. Дальше, внимание. «Окутия, гай, ладно, окутия». Что? Ладно. «Он пакет де полиэтиленом кариса в новому штуку де ла цигарь». Но не написали марки «Бонд». То есть в гараже были найдены 9 окурков сигарет марки «Бонд». Скорее всего, если это окурки, там и слюна, и, возможно, от крови Кирилла. Другой крови тоже, не только Кирилла. Потому что не столько было крови Кирилла, когда Кирилл позвонил в 112. Да, на полу была уже вся кровь, когда подмышки перерезали, занесли его в дом перед этим. Где эти 9 окурков? Не хотите мне сказать, почему 8 окурков перепечатывается 8 августа? Кто-то видел последние моменты, 5-10 минут. Что видел? До конца смерти. Я не знаю. Клэрамут. Там было очень сильно много. И все разбежались. И скорее всего, что Кирилл сказал, все марш отсюда, убегайте, спасайтесь. И, наверное, наш сын туда сам в скорую побежал. Вот это... По-другому я не могу понять, зачем он прибежать и зачем им врать всем, что Кирилла начали убивать в 0000. Когда Кирилл звонит в 112 0036, для чего это обманывать? Якобы скорая эти 40 минут не приезжала, и Опра побежал сам за скорую. А получается, в это время дракон с неба, извините, но это сказки, спустился и убил моего ребенка. Ведь Опра же оставил дом без никого. Это капец просто. А с факут протестур фачем? 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 Смотрите дальше. Мария, смотрите дальше. Он пакет... Ну, остальное меня не столько интересует, сколько меня интересует Адидаш. Адидаш, яка, где? Или они тут тоже уже отсутствуют? Вот. Он трико де кулуаре верби. Вот тут. Домно ли стебло кезур, это та... Написано, что... Да. Потом смотрите. Ну, что дюнди Италия. Он час де кулуаре неагры. Это не час. А почему этот час? Потому что... И почему тут больше? Потому что в доме Опри остались кроссовки Кирилла. Чистенькие. Он пришел с армии 4-го, он только купил все и приехал 23-го в Молдавию. 3 июля он пришел из армии. 7-го его убивают. На фотографии видны кроссовки Кирилла, как стоят на пороге Опри. Мой ребенок босый. А кроссовки черные Adidas исчезают. Их тут нет. Сейчас я найду то, что в больнице изъяли Сопри, или не в больнице, где с него сняли эти вещи. И там есть черные Adidas. Я долго не могла понять, Adidas и что это. Мне сказали, что это кроссовки. Кроссовки, да. И вот эти кроссовки, если он был обутый, значит, на этих кроссовках была кровь. Значит, моего сына так и не убивали в доме. Это было сразу, когда я приехала в октябре и решила, что да, я буду рыть и искать правду. А когда я 16 декабря, датированное, я получаю письмо, я показываю Оксану. Можно? Когда я... Вот, смотрите. Тут кроссовок уже нет вообще. Да. Эта бумага вообще отсутствует. А была?
eu am vrut să văd răspunsul celor noastre de la agenție sau de unde a venit cu rata 22. Сейчас я даю. Сейчас я даю. Мария, вот я написала. Кроссовок тут уже нет. Час де кулуа, я сейчас скажу, что это такое. Это вообще Кириллу. Кириллу, друг Кириллу подарил фитнес-браслет. 9 или 10. Это называется умные часы. Они были, забыла какого поколения, по-моему, 5-го. Там было все. Когда лежишь, сколько бежишь, сколько дышишь. Там было бы время натуральной смерти Кирилла. Понимаете? А они сейчас врут, бутрыну требуют. Вот она, дети, по-моему. Нет, маленькая папка вот здесь, это свежие. Это свежие, я еще не сканировала. А вот это Донна Оксана. Это просто, вы понимаете? Возьмите, пожалуйста. Симонюк. На цветном бланке, фирменном. Че нормал, ворбеште кувамне, грифьера с интересадзе. Он ответил мне 29-го. Значит, 29-го он смотрел это расписание? Дац Моргумбекс, Йонс, Юлига Туракта, Гамна, Карю, Экзекутат, Респонсуш. Берите это себе, я сделаю. Да по нам кума дичина целуат. Да, у меня 4 шейнка. На цавут аша информация, я уйта цава нову досари де ича. Потреца виним ной кс мешкам. Думе вас траста, я уж вам факу копии, что вам только на польку не кинус Алекса. Заста, и чей человек сон регистрации, что задавал Респонсуш. Так это мое. Нет, это мое. Это из канцелярии. Подождите, а где мое? У вас должно. А вот мое, мое вот оно. Да, все, простите. Ничего страшного. Я сейчас вам спешу. Хорошо. Это мне не надо, у меня есть, Оксана. Оригинал. Да, я сделала же 4 раздать сегодня всем, но я приняла решение отвод давать всем, потому что не понимаю, что происходит. Ну, так, мы позвоним, посмотрим, кто ошибся или не ошибся, или откуда они взяли это число, потому что... Я сама видела это число. Анцаледжеца и чьи. Moarte de om, pur și simplu femeia asta, trebuie să o jăliți, măcar ceva. S-a saturat femeia atâta negru să îmble. Нет, меня, на меня не давит. Вот Кирилл бы ругался за этот цвет, а меня нет. Мария, ну это где-то пенсия. Да, смотрите, вот что такое умный час Дикула Ренягра. Час, это они там, где взяли протокол выемки, потому что нам принесли кроссовки, нам принесли джинсы, нам принесли рубашку Кирилла. Все было выстирано, а батник принесли вообще мокрый. Мать... А вот рубашка даже новая, вы сказали. Рубашка у этого, у Кулпа была новая. Ага. А это вещи сына, то есть наш сын. Как потом я поняла, перед тем, как его вытащили из дому, есть фотография, она... Я дальше молчу. Он пришел к Оприне в этих вещах. На спине был рюкзак или как, не знаю. Эти видеокамеры все это показывали. Ничего этого не было взято. То есть наш сын лежал на полу в шортах и в майке. Написали, что везде в СМИ, написали, что приятель пришел, требовал гулять прогулку, не знаю что. И получается, что наш сын пришел в холод, был дождь, он пришел в шортах, как дурачок, еще и в 10 или 11 вечера. И когда вот это видео, которое есть, когда я начала кричать, что где видео, они потом, вот если брать с 11 даже, час 20, когда Кирилла увезли, это 2 часа 20 минут, а там нету даже полутора часов, того видео, которое на Бакурии 14 отправили жесткий диск следователи из Единиц. Они вообще хотели это видео уничтожить и все. Хотя моему папе и мужу они обещали, мы вам покажем, как они обкуренные выползают из этого гаража. Когда я говорила в Москве со следователем, он мне сказал, вы понимаете, что версий очень много. Во-первых, да, очень похоже на сатанизм. Если не сатанизм, ищите тех, кому выгодно было представить так. Это только... Те, кто были там на месте. И желательно те, которые могут в такие дела залезть. Получаются полицейские. Судей там не было. Да, мне ферешти, но у досады. Прокурор еще, ну, вряд ли бы там что-то успел. А и че требовали, а где разбой? И когда вот эти вещи нам принесли просто так, мы же вообще ничего не понимали. О каких вообще поисках правды было можно говорить? Я сказала, что не надо ничего. Я чем сам на ум вчер сайш, мама коре. Полицию. Припечатали при нем, что нет никаких ни моральных, ни материальных претензий. Это мы уже показывали. И мы уехали. Когда я приехала, потому что мне звонили все знакомые и говорили, вы что, вы понимаете, что там произошло? Что вы так оставляете? Оказывается, эти вещи, рюкзак и кроссовки дали моему мужу моей тете родной. Потому что они как будто его знали.
Хай, ладно. Потом кроссовки, нет, рубашку и вот это все мокрое, потом каким-то днем. Потом они попытались нам отдать фитнес-браслет Кирилла. Это умные часы. Это, ну, даже с них можно вызывать 112. Они сняли. Там такая застежка, которая исключает саморастегивание. Понимаете, произвольная расстежка, чтобы расстегнулась и соскользнула. Они украли это все, когда я подняла хай, уже когда я приехала, и крики. Досар форте грил. Они нам, Надя, верните. Надя, вам мама стандури рапи. Вот такой большой пауэрбанк. Пауэрбанк. Зарядное устройство. Тоже только-только новое. Они сказали, они пишут, что это... Тут есть зарядное устройство. Они не пишут пауэрбанк, что это длительного пользования. Они пишут, что это вот эта вилка и шнур. Прямо пишут с шнурком. Простите, но вилка, шнурки и наушники были у Кирилла в рюкзаке. Об этом это никого вообще не интересовало. У них была самооборона и все. Добилась я переквалификации 8 июля 2020 года. Почти год. И самое интересное начинается здесь, потому что прокурор Лунгу совершил подлог ордонанции. Имея на руках заключение, сейчас я вам покажу, потому что эти бумаги у меня... Имея на руках заключение от 8 июля, что... Вот ордонанса от 8 июля у этого... Ой, господи, прости. Умного Виталия Лунгу. 8, видите? 8 июля 20-го. Речь. Он пишет реквалификация. Константы. Что он там константы? Гай уже. А потому что 8 я пригласила реаниматора, врача, дежурного, который работал на скорой, фельдшера, требовала санитарок, судмедэксперта. И им всем пришлось сказать, что да, да, субрация фостояти. А фиши действовали читали. Эта красавица, эта русалка, Емилия Бурдан, врач, не написала вот это. Она написала антибратия фостояти. Которая была на вызове. Нет, единцы. У секунды, Светлана, но я редко с факу мужчин куда сами. Ну, это ты, я могла курте для первых был. Унде аста домна, су? Ла единец. Единец? Единец. Денная вот эта, урдженца. Сердечу уну уну дой, скорая да, помощь. Да. Вы понимаете? Ужас. Она потом мне сказала, когда я пришла однажды туда с ними говорить, что она мне сказала, уже? Анжелика, да, фаум штютка, астоясти баяту тел. Я вообще думаю... Не прости, что я никого не послушала, ничего. То есть, если бы она знала, что это сын Анжелы Тодерики, Кай Триешти, Лингфрати, Ия, Лаединес, Гард Прингард, то она бы спасала его сына, понимаете? Следователь говорит, я не узнал Кирилла. То есть, Кирилл должен был кричать, Рома, це я. То есть, он стонал, он дышал, он истекал кровью, а полицейский его фотографировал, а врач позволил фотографировать умирающего человека. И они все на свободе, они работают, как и те 15, где они в том числе гуляют все. Вместо того, чтобы помогать, стали журналистами. Да. Папарацци. И вот, Мария, возвращаемся к этому Виталию Лунгу. Он много тут пишет. Он, кстати, не пишет, что обе суббратья. Фосе легче лари по-румынски, правильно. Он пишет. А модифика, видец ингенуия. И только здесь он дает 145.2.G. А было... Омор симплу, симплу. Дальше, Мария. Пур симплу, подочинить. Да. Дальше, Мария. Вот сейчас я должна буду найти вам один документ. Его тут нет, потому что они все прятали от меня. Здесь умный пишет, почему тебе не помогают органы или компетенции Адемента де Мария Олар. Потому что Мария Олар мама. Какие органы компетенции? Смотрите. То есть я вам показала ордонансу от этого красавца. Так? Вот да, от этого да. Фабрикатора, да. Гляньте, Виталий Лунгу. Да. Гай не учился, гай не знаешь. Но когда я приходила и тыкала, и я приносила доказательства, что Мораль Кристина, подружка Опри, вытаскивала моего сына из дома. Она приглашала его по переписке ВКонтакте. Приходи ко мне в Калинин, с тобой хочет познакомиться девочка. Потому что они узнали, что Кирилл встречается с Аней Дегерак. Это нанятые были. Нанятые. А сейчас что хотите думать? Потому что параллельно был такой Яраунду Сарла Дротье. Как сказал мне следователь из Москвы, вы не подозреваете, что им нужен был курьер в Москве? Говорю, тут Пентро Шампани, Тремитио Фитика, Салспат Пибает. Вас не должно интересовать. Но ваш сын пошел бы на то, чтобы они у него оставались, чтобы они у него оставляли сумки. Я говорю, наш сын
Не думаю. Я когда дома на понтах, почему я должна гадать? Дайте мне видео, я буду знать. Вытащили его ритуалы, это были они одеты в черные мантии, что они там колдовали, кого вызывали? Или это полицейские бегали, занесли моего сына и убили? Почему я должна вообще гадать? И почему я одна это все делаю вместо них, которые получают зарплату? Так вот, Мария, это 8-го, 7-го, так? Да. А видят, что на меня есть? Да, Зероопти. Смотрите. Зероопти Юлия. Юль тоже 7-й? Чан Мария. Тоже 20-й? Да. Тоже Энкиери. Приготовьтесь. Фанфары. Серый спинчи черри суп часорулой партии в тмать пальванджела. Купривирила администрария денной проби и наинтатен кадру каузе пенали денвинуи алуй опре Денис Николай. Десершир инфракционе превозуть артикулу, потому что он обвиняется спасал жизнь. Поняли? Да. Симплу учись. Поэтому мне отказали. Спрашивается. Вот это определение суда, оно эффективно? Или эффективно ордонанса? Что было сначала? Начали заседание. Лунгу это не говорил. Есть аудиозапись. Я каждый день тогда брала аудиозапись. Это сейчас я поняла, что это ничего не дает. Но эту аудиозапись все равно приедут румынские прокуроры, будут изучать. И им всем будет гэмбэц, попомните мои слова. Потому что меня это дома Вера дела друг вот этого директуаря дистрибьюции. Или он пришел после двух часов и быстро вот это наскалитурил? Для чего, спрашивается? Куда ты уже так спешил? А потому что 10 октября это была среда, 8, а 10 июля 2020 года я пошла в консилиум района у председателя исполкома Николай Мельник, социалист. Он разрешил мне выступить, я собрала подписи канцельеров и поехала в Кишинев. Его зам привез меня в генпрокуратуру. Мне обещали, что меня примет стоя нагло. До сих пор не принял. Но зато приняли до него, еще в марте месяце, толку никакого. До этот Мерча Рошуору, Руслан Попов, который ходит моими дорогами и будет еще дольше ходить. Я правду найду. Кадурят за час прочес. С каких пор? Трех лет, да? 7 августа. 2019 года. Зачи нового процесса. Это все я принесла все переписки, все доказательства. Но в Луме, моя коррекция, Камария, моя коррекция. Они пишут, что сострекатилась Лумина, было отключение света, поэтому жесткий диск сатисфакутился. Понимаете? Какой сатисфакутился? Они что, вообще не умеют зайти в интернет и почитать, что с ним? Ладно, я это знаю. Таким образом видеосъемка производится на жесткий диск, что... Даже при любых, там надо сутки держать и больше в воде, чтобы не восстановилось видео. Файлы сохраняются. Я это все им писала, всю эту теорию. Я приносила, я говорила, я это все писала в генпрокуратуру. Там на Вера Потюинвитарс, Педумейла, Дроти ТВ, Цавия Мариша Рейтинг. Вот, Мария, о чем еще говорить? Полнаор, моя мать отцва. А, это этот красавец. Кто-то мункаич, кто-то ретрояла соведи. Лилия Цуркан! Лилия Цуркан, когда? Я об этом уже говорила. Когда 8 числа вот это все... Никак не надо было убивать так его, уродовать, спасая свою жизнь. Потому что я спросила, ты мог убежать в подвал, ты мог убежать в окно, ты мог закрыться в туалете, ёшкин свет, ты опред, Денис, ты мог что-то сделать? Он молчал? А эта Цурка нравилась. Снимается вопрос! Снимается вопрос! И 100, ой, по-моему, 169 вопросов или что? 133 я не задала! Она орала, снимается вопрос, и снимается вопрос, и все. Incredible. Мне не нравилось. Зато Виктор Панциру, когда задавал вопросы его при Денису, то при Денис отвечал как зазубренное стихотворение. Например, про игру Дота. О, это спортивная молодежная платформа, это игры за здоровый образ жизни. Поинтересуйтесь вы, что такое Дота 2. Ладно, поживем, увидим, но я вам точно говорю, что я уже так это все Мария, не оставлю и не уеду с Кишинева без решения. У меня правильно, нет выбора. Правильно, правильно. Вот еще есть Энкиери 29 октября. Пожалуйста. Тоже Лилия Цуркан, вот, партич панци, ши, а иншидин, содержит дукаты, ну, а фост читать, циент, конт, понимаете? Смотрите, она пишет, что 2 декабря 19-го она передала, куда? Богу Наталье.
Видите, приняла. Потом она пишет, что 3 декабря ОПРЕ, вот, получил, это началось, а вот 1 октября 20-го ему дали 25 лет, которых нет вообще, есть 15-20, либо пожизненная, которая заменяется 30. Но 25 это платформа для ОПРЕ, что он зря сидит, его надо жалеть, а его отпустят, посмотрите, если дело я добьюсь, вернут. На доследование его обязаны, а его отпустят, я добьюсь этого. Потому что он не убивал. Соучастник, да, но не убийца. Дальше. 1 октября. Смотрите. Акузаторил дестат прокурору Ирону Уедене. Сайн тат мундемер слаку лектора эрори материали адмиссия. Инсистенция зеруну зече до зече. Знаете почему? Потому что я ездила в Кишинев в ЧСПЕ 16-го. Куда только не ездила. До 29-го. У меня есть вызов 112, когда я не могу пробиться. Казу врасы при директоре ла Дроки ТВ Вера Болгару. Я еду из Дроки, или она тут приезжает, не знаю. Да, я только буду, Дроки ТВ. Я только за. Надо будет, я приеду. Ворога, как спонес с телефону. Усы скрию я вам приват. Пожалуйста, я всем говорю, что дайте мне телефон. Давайте, я скажите, 0. Да. Он везде есть в документах. 069-527-803. Мне нечего бояться. Дона Вера Крестоцеуза. Посмотрите, что сделал. Декомандария Леопре Денис. Поняли? Дали приговор Леопре Денис. Декумитрия инфракционе привезут и артикулу 145.2. Казу и шокант. Ку индикаря педепси су форма ведолдзеч. Поменять, потому что 25, ну, нема. И он с таким пришел, на самом деле, с таким обвинением он пришел и в 1 октября, когда надо было уже, ну, когда была сестинция, и они должны были дать уже приговор. Что делает Лилия Цуркан? Она не дает 20, как просит прокурор, она дает 25. Чтобы он написал ОПРЕ в ЧЕДУ, и чтобы эти УОПГ, которые занимаются наркотой, и которые убили моего сына, чтобы они даже дальше не тратились на ОПРЕ. Ведь они же ему обещали, ты возьми все на тебя, а красивая жизнь за нами. Эта красивая жизнь будет оплачиваться Молдовой, потому что Молдова проиграет. Заключенный ОПРЕ зря сидит, на него нет ничего, ни Чпапилари, ни Чсэнджину, Белок, ну вообще, вообще ничего нет. На вещах ОПРЕ нету, кроме Кирилла, только на коленях и вот здесь. Он помылся, вы понимаете? Ладно, что она делает дальше? Она говорит, вот, инрест, ой, алыса сестинца фармудивкэр. Дальше она пишет. Партич панчи до сердинца. То есть это в тот же день пришел прокурор, после приговора. Она пишет, что она не пригласила Яка. Она не пригласила, потому что были меры ковида. А у меня есть фотография с разрешения Лили Цуркан, председателя, где она сидит в центре фармаска. Уамень бунь. Кузым вот ты. Ку прическа. Как прическа, не знаю. Ёпанан завод, я спорт, маска нового. И она пишет, что они сами собрались еще раз 1 октября. И вот она что сделала. Серешпинки Демерсу, акузатурул дестак Рустам Игорь, привин корректария героя материала миссии инсистинца 0-10-20. А я о том, что... Инсистинца, что приговор незаконный. 3 года хожу я ору. И сейчас Сергей Бурсаковский мне сказал, что он написал рапорт, что... А судьи с первой инстанции Едзенис допустили ошибки, и надо на это обратить внимание. Мария Газа. Да. Как, вот как, скажите, как? Я живу в квартале от суда Едзенис. Она не позвала меня, мать. Это доказывает то, что никакой ассистенции не было, и поэтому она нас не позвала из-за ковида. Это доказывает, что они задним числом прикрыли жопу себе. Извините, буду грубо уже называть вещи своими именами. И прокурору Лунгу. А почему Лунгу? Потому что как будто Лунгу заболела, пришел Руснак. И Руснак как будто плохо подготовился. Понимаете? Вот, а я не знала, это же Лунгу был тогда 8-го, когда июля говорили, что Кирилл был изуродован. А я что понял, то понял. Плюс ваши жалобы все на русском языке. Тогда один переводчика. Да. Дайте да, ей переводчика. Я Оларот шеди доувар, закрыл детриент шит. Мария, вот это самое, не самое страшное, вот это этот бардак, который здесь творится по единцам. А... Я это вас не... поддерживаю, но хоть, хоть чуть это с... Разбавляет. Якобы. Оля, к моей супротет с приеним, к сынказурку, до паста, дома интересно, саду какас, шес фак. А что здесь нету больше? 5, 7... 8, прекрасно, 2, 1,
что, третьего нету? Ага. Было третье дело. Да это, конечно, что, у меня есть видео. У меня как? Есть видео, нету? Где вот таких три дела. Ну, потому что нету у них. У них, понимаете, у них одна папка для меня. Одна папка настоящая, которая пойдет, и то, наверное, ее почистят. А одна папка, скорее всего, когда мы еще не договорились с Кишиневой. Вот так еще одна папка. Когда мы не знаем, будем мы делать тут инкиерию задним числом, или мы не будем делать инкиерию. Ну как за два года у меня нет определения суда? Объясните мне. Зарплата у них есть за два года? Кончегио авем, жедикторь ау, за два года. Больничный им оплачу за два года. Пенсия плюс еще. Пусть еще не знаю, что. Но решений нет. А решений нет, извините. Определение сейчас по-новому. Мария, нет тут одного тома, что я могу сделать. Теперь можно только верить мне или не верить. Так, это сентябрь этого года. Это что? А, что на 6-й? 22-го отменили. Мария, дай контролат эти сомнаторли, сенталу, каритрисфея, мартули... А чем до сари? Тут и так видно, тут и так видно, там нечего смотреть. Там на заседании пришла женщина молодая, Ардилян Кристина, которая заявила, что она это не писала, что это поддельная подпись, это не моя. Лилия Присакарь знала, и я уверена, что нет никаких ни демерсов, никаких экспертиз. Лилия Присакарь, это прокурор. Экспертиза могла быть, что... Мы не знаем, может это, а может не это. Такая нейтральная, знаете, когда договорились. Да. Даже этого нет, понимаете? Потому что это все уберется, потому что нет мартурии, потому что толку, что у них есть аудиозапись, когда они воруют все, они съедают диски, и вот это все без воды даже не запивают. Потому и гроза. Раскултану мачнева фыр... Не состоялась. Алла Ротару уехала... Бань, фыр остаяшек у мноем винит, но мас жута маста дома. Потом сказали шестого. Я пришла шестого. Шестого. Боба Трыну. Преступница Боба Трыну. У меня все доказательства этого. Она не готова дать демерсы прокурор. А я не принесла... Это диск с первой инстанции. По поводу незаконного увольнения. Пришли четыре полицейских, которые еще? Подтвердили, что я действительно работала в охране на Турбина, в магазине. Помимо того, что я числилась комплектовщица вот товара по трудовой, директор меня заставлял принудительно работать в охране и ловить людей в зале, а не воровать. Четыре полицейских пришло, подтвердило. Когда я взяла мотивированное решение... Судья Рожка, стер эти, нету показаний. Я говорю, что флешка. Не, может, по другой там линии есть разные, нету вообще, да? Мой адвокат смотрела, нет. Пришел сюда в апелляционную палату полицейский, подтвердил. Здесь я закрыли глаза. Ну, третья инстанция тоже. Потому что Мария, они говорят, что не состоится, а в расписании оно может быть. И тогда они этим задним числом ставят ту аудиозапись, которая им нужна, когда без меня, или где я мало говорю, или как вырезают. Я не знаю, но у них это проверенные схемы. И я просила каждый раз, чтобы Сергей требовал письменного, что оно аманаты. Теперь смотрите, читация была 6 на 9. Хорошо. Я так и была, толку с этого нету. Это они Сергею ответили. Теперь что? Теперь неизвестно что. Теперь они опрят Дениса кого? Приглашают. Вот, протарвала. Вот, копия, конформ, оригиналу. Хотя бы здесь, в апелляции, что да, она была. Я таких тоже могу несколько напечатать, что она была в Израиле. Молодец. Ну, был бы результат. Может быть, она помогает. Чтобы орала? Поэтому ее отправляют. Чтобы она орала, не давала снимать. Анатолия Гонца, а что это такое? А, Бардан Мила. Анатолия Гонца искал Бардан Мила. Это мне не интересно, потому что я их искала. Мораль, Кристина, а я не знаю, почему здесь. Подождите, я не знаю, что это можно показать. Тут нету ничего. Нет, есть адрес, но плевать. А что, весь город знает, где она живет. Они не позвали никого. А, это все рапорты по этим, что я требовала. Мораль, Кристину, Бардан, фельдшера Оборок. Один потерялся в доке, другая была отключен телефон, потерялась, где она. Вот. Я, Павел Анжела, прошу моего заявления от предыдущего заседания считать действительными, потому что при Сакаре надо было вот это. Врача Бардана, фельдшера, Дербеку, других названных там не запрашивать в суде в апелляционном порядке. Они мне не нужны. Все, давайте не затягивайте, давайте что делаете. Давайте опры дальше. Тут Павел Анжела, тут опры приглашается на 20 октября. Обращаю внимание. 20.
20 октября заболела, сейчас скажу кто, авокат Тамара Бубутра, яка. Это ее... Я мужчина, моя резиста, лаша до сари грели. Это ее персональный. Да. Сантуамин, каритана урма. Да, дальше. Предпрезенция, черри, аду, клакуноштинца, что санитация у нее, понятно? Она не может, инсистенция, быть в 2 часа... Какое число 20-го? И значит, она утром написала... А где ее подписи электронные? Ну вот. Вот такая... Куда у меня Парасковья Ковклюк каждый значит, день, я говорю. Значит, она приехала и писала живую так подпись. Я значит, они не знают, что нужно делать. Это живая подпись. Что ты мне говоришь о своей? Потому что у меня нет денег. А это вас спрашивают, сколько будет стоить? Ну я стоить? Что могу сказать? Так вот, не дает ищи, опять. Посмотри, вот где-то, где. Ну вот, она как будто прислала, видите? Так должна была быть. Они не имеют права без... Там адрес ее, стойте. Не имеют права электронная подпись. Они не имеют права. Ну, копту тоже может быть без электронной. Это я уже купила. Нет, они не имеют права. Ну вот что вам еще показать? Уже это показала, что еще дальше? Шаму, я ану доуми доудеш до янари, сенатура электронику на бока. Ужас. Ужас. А теперь она кому пишет? Кому она пишет? Кому она пишет это? Опря не знаю что. Наверное, ей напишет, что следующее будет 11-го. Видите? 11-го. А было 28-го. И они сказали, что оно абонаты, потому что в отпуске этот судья. Спрашивается, как вы ставили 22 июля, наперед, отдыхая весь август, отдыхая пол сентября до 22-го, и ты уехала дальше? То есть она все равно, эта конференция была запланирована. Нет, с июля, с 22-го. Толку нету, я же говорю, вот я вам показывала. Ой, это Мария стоит в кабинете авокацелор. Пытаться в чьи кондиции, что я стою, пытаться в недолжоса шерынд. Но отец, чем мой. А это опять я. Вот я пишу и пишу, пишу и пишу. Я как калитура моя, видите? Видите? Вот сколько можно. Мила Арис, калитура электроник, шавокату, боба, тринари, рушини, вэш, вэй, принец. Ужас. Вот я пишу, что я Палим Анжелу уже не первый раз прошу, требую разрешения на видеосъемку. Пишу с последующей публикацией все. Потому что судопроизводство ОПРИ открытое. Потому что Палим убивали на воззрение 4 камер. Вот это потому что януарь электроники. Электроники, ладно, когда я еще прошу? Али Мари импортанцы. Мария, 8-11 я прошу, и они мне не готовят определение. Определение, они понимали, что они мне откажут. Они могли уже подготовить определение, дать мне 11 определение. Ой, отца, вас там мимо один трондосар, да снова. Сказать Магари, это ничего не сказать. Они стояли, зря пришли, пошли туда, переговорили с судьями, что они туда пошли. Вот сейчас у них будет, что я кидалась, царапала. Эй, да. Нет, да, Мария. Ну, если Кирилл душил опрю. А я буду свидетелем. Смотрите, пишу. Пишу. Экстраз за подписями. Ротару Бурдонюк пушка по отказу мне. Февраля месяца. Когда я дала, вы дали мне... Как это конспенсу, и таца ва часто дом на ее парк мои, в рос мои кроме, и таца ва... А, подказ. Содержит следующее нет возможности осуществить вашу просьбу. Так у меня есть видео. Тот тим, я знаю, что у вас нет видео. Сионата и граф. Это не аргументы. Партнерш, ну, под сценет та информация. Статисты, что вы знаете, вот, это ответ. Это ответ. Мария, аста и театры. Ну, что это за... Ну, а что? Ну, что вот это? Это ни о чем. Это ответ. Ни о чем. Гатор де респонс. Да, или обратите внимание, что паста не синяя, а должна быть синяя. Это не ксерокопия, что она вот это фач. Да, щежу, де которую создаю респонс вами, боня, это игра в моей учитар троим. Это дружеская переписка. Да. Ага. Вот уж при ней Израиль, кожу, де которую, ты все митенькие ри. Мария, да, стала он досар, да я у тебя ноу. Ноу, а стай, батай де капш, ты... Все написала, почти 100 пунктов, которые я озвучила. А около 20 я держала в тайне. Это как то, что номер, с которого как будто позвонили в 112, и который указан в полиции, он не принадлежит нашему заключенному. Тот указал совершенно другой номер и сказал, что другими никогда не пользовался. Так кто был рядом? Если сосед говорит, что он пришел, но он показал, что у него другой номер назвал.
А вот за чего факу... Изначально они спасали, скорее всего, Бербеку. Там звонил не один. И когда они подумали, а вдруг мы Бербеку сможем спасти, а он еще пусть опять звонит. Они... Это ужас! Кирилл это все слышал и понимал, что ему уже не жить. Вот вы можете себе представить? Чего факут касарелуа сденул? Да по ней коре, ты согасит сынджили. Это зря они тут сидят. Согасит отрилля группы де сынджи. Нуй амортулуй, чичца. Нуй ащала корешеди. Грозав. Я трилля группы де сынджи. А это даже не кровь простых людей. Да ну, геру мурит. Это инцест. Это инцест. А в криминальной... как это? В криминале в этом... полицейских ритуальных убийствах, это называется сатанинская кровь. Это когда инцест, когда дочка рожает от отца, от брата родного, мама от родного сына. Понимаете? Там, там долго. А потому что я это знала со школы. А потому что я бы никогда это не поняла, потому что я не могла понять, что она здесь пишет, что я должна пойти вот сюда напротив, а я вот так она мне пишет, что я должна ходить. Вы знаете, после вас... судмедэксперт Светлана Савицкий. Когда я взяла бумажку, моя математик, когда я сделала вот эти круги Черкури и посмотрела интерсекции, а там нету интерсекции, там нет пересечения, там нету крови Кирилла и крови Опри на этих вещах, которые в Тутанунту. И я стала смотреть, что это. Вычитала, думаю, ну такая дурость. Что это? Я как раз была в Москве. Я пошла к врачу, встала с переливанием крови. Вы знаете, после вас сколько матери. Людей начнут тоже разбираться... с тайнами. Пусть разбираются. Ну, пати он вон с дукани инстанции помещит он ну студия они меня сару. Обманули. Прокурор Лунгу и Валерий Ботнер. Это адвокат наш первый. Посоветовала его взять работница прокуратуры Единиц и учила ее детей. Я поверила. А это был подставной. Он бывший заместитель шефа. Шефа Черкумстанцеля Болц. И в Шашамадурии не мадаму дему вымелешена печь. Мария Майдучинский наре. Дальше Мария идет? Ой, игра. Вот это... Я кажу, три студии... Ну, масса скулц, так это... Сыдвины, так сыдец русскоязычный, аутрадукаторий, серестрадукаторий, сышадатрадукаторий лунговой. Да пкаца джудикаторий умыр с пиздем, что это, чифачем наичи. Представителям средств массовой информации разрешить. Может разрешить, если уголовное дело представляет общественный интерес. Я должна сейчас собирать подписи у людей, я так понимаю, чтобы поставить вот так подписи и сказать, что нате, представляет или не представляет, или голосование электронное запустить. Я могу? И у Вруса рыб... Не сыгрыш контразыщи пидеца, письмами. Ла курте де апела и чьи кондиции у креат. Знаете, следующее. Что ничун авокат, но и сейчас ужут пида часто дон. Эка, ну маную ку Мариям, видите? Ноября, видите? Приедет на нос. Тут Алла Руцару мне отвечает 10 ноября. Место ной. Чи вред? Слендер. Представляете? Мария, сын, дай его под крс, дечеля. Не в первый раз прошу из-за отмены заседания 20-го по состоянию здоровья Бубутрын назначите новую дату по фиктивному судопроизводству по обвинению Опри, потому что это не обвинение, это дурость. Книжки. И это было месяц назад. И вот так они не реагируют. И поэтому вот у Сарина по Песку одни даты, а тут они ставят мне, что на, но это не те даты. А сегодня Ковту Сергей сказал, что а я не знаю, смогу я 30-го или 20-го, у меня там страшные дела есть, я занят. Говорю, а с вами согласовывали? Откуда взяли 13-е и 20-е? Может, ну, пресс-конвертш, ку цигарь бэнда дискис хер... Вот, смотрите. Ну, авокату субы... Видите? Ему вот, пончин он требует, ждикаторий пын он требует, и грефьеру ждикаторий пын не адженда. Ждикаторную графьеру, шдык, салсуны пи авокат в калантреге. Сын тебя цокупат, ты дата тари салмусу тебя. Нема! Ну вот, сидь просто шединцы, катус айбань, сарыцкак шединцы, я вот ту, аманаки. Вот следующее, вот 0-2, вот 0 сегодня, вот сегодня. Да. Почему тут оно есть, а у Сорина по Песку, которая отвечает за комплекты судей, да. За выборную вот эту программу, которая Алексея за... Алеаторию. Ащея комплект требус фи, понимаете? В беспорядочном, случайном, по теории вероятности, порядке. Ты чела администра, зворбиш мемултен руса? Йосхохлушка. Русский для меня иностранный.
Ой, слава России, сейчас начну кричать. Нет, у меня только слава Богу. Остаминутная реклама. Так, что здесь? Здесь 18. Ее тут психолог. А, вот это 18-го, что я писала вам, не вам, а прошу выдать меня по почте Молдовы и Киери. Я писала еще 18-го. Мария Юбишца с Купешей истории. Я не получила до сих пор. Я нам пати дорнифры истории действия. Я же вам свои истории. Я врел, я утром детали. Эссенца. Нет, детали, комплект, тотали. Посмотрите, да. Если вот эту, на вот этот ответ... Не понимаю, что это говорит просто. Да, мы ее рыдком суни, пустот ног скрие. Уну, ну, дой, для полиции. Еще не тримесь полицишки. Где еще ее тримесь полицишки? Да, видеть, как я таля рапиде спуни, не шну, довдешь ты, гдешь ты. Подождите, только что Крифиера говорила, что она мне отправила еще 25 числа ответ на вот это вот, что он Киеве, я прошу. Смотрим дальше. Если она... Ответ, который я не получила. Дамна Вера Болгару. Луац Барук Пентру Дроки ТВ, он репортаж Фуарте Бон. Белц. Посмотрите, Агнес. Ворор Мари Фуарте Мокелу. Но я шамай. И им пришел квиточек. Да пришел? Аша фак. Фак. Вот вам и фак. Это специально что делаем. У списку расшифровки. Давайте найдем, куда она отправила. Давайте. Я прошу, чтобы, потому что вот они отрабатывают долги и заказы у ОПГ Север Молдовы. Пожалуйста, дайте мне за два года. Хай дальше. Сержу Копту, вот, видите, когда мы были 18-го, вот 18-го, он отправил утром, что хай дайте уже один раз, статья такая, артикула такая, ярыш артикула такая, ярыш все-все-все. Хай, пожалуйста, разрешите уже этой палевой фильмезить. Суфильмезить, да. Отказали? Конечно, 18-го. Смотрите дальше. Найфос Мария Тульч. Щеврей он волонтер. Щеврей он волонтер 21-го. Что это я не видела? Я не видела это. Депутат до полиции Белс. Ареонорес в салуте. Соличная легатура куничистате. Десервичу аперута. В кадру черри первенити. Дела читатанка палива. Дела регистрация. Так, Белс. Номер октаде обсуще. Haideți mai arăt ce se petrece la curtea de apel. Ca așa e rând. Spun. Ia că necrasivă подслушивать. Ia că au pus-o pe avocată să nu cumva poate șterpele cineva din dosare. Eu vă patru foi măcar să iau. E că ziua nu s-a terminat și spun că ședință, ședință, ședință. Eu nu știu cu ce interes spun aici că sunt mulți ședință, că nu-i lume. Dar atât condițiile, uitați-vă, sunt publicate. E că doamna asta de vreo 4 ore a spălat și-o... Bravo! Măcar să le bea o leacă de apă. De la Bălț. Cine bea apă de la Bălț, la Bălț și rămâne. Da, doamne? N-ați otrăvit-o? Dar e rece și bună. Și gratis. Curte de apel Bălț. Unde ne aflăm astăzi? Opinia ta contează. N-am înțeles publicitatea asta ce trebuie să faci. Ia că vedeți, ședințele de judecat sunt înregistrate electronic, dar pe alții nu dă voie să înregistrează. Vă rugăm să păstrați liniște și disciplină. Cât aveți leafa, doamnă? Dacă nu-i secret. А, как так? Трясай бы вот за чмей. Так, ну, да, чину спунец. Макар вот чинч овец. Вин, ши уборщика ич. На зёдам. Он треб катары ляф, аж ну враз не спой. Макар вот три мияри. Чинч. Кала курты де апел его за вот зэч. Макар ча вас не шоптяска. Eu aici o lex cu glumă, o lex mai distrag, glume, nu se ieșa în cap, că trebuie numai decât
к тем психолог вообще съезди менты. Да, его зовет задним числом. У нее есть машина времени? Господи, помоги. Ну, дурица, апс, воду к тем погар. А, это я получила. Да, мне принесите, пожалуйста. Хорошо. Папа, папа хотя бы. Сейчас принесу Мария, в другой хочет, стаканчик. А вдруг вы заразные? Яка и он анонс, Олег? Спонка и рынд, и рынд для корти диапел. Он здесь у амени ла ора аста? Вот спой чинева. Акаша, тот так. Am fost ultima dată când cu Ion Proca și am făcut un protest aici pentru o doamnă care din Italia a venit și 6 ani de zile. Se pun și o leacă poate mai călduță. Pentru ficiorul care eu a fost omorât de poliție. L-au bătut așa că i s-au umflat toate rinichii, mai scurt toate organele. Și de atunci n-am fost. Când acolo am intrat aici, m-am întâlnit aman cu domnul care se ocupa cu procesul acesta. Dar știți că și eu mă-ți faci grifiere, eu ce vă stă bine negru. Алла Пугачева, де че спарты негру, шо за фиератару? Ну, ворбец ку мене ж гата. Вам пус Олег калд, сну рачит, сну... Дем шаше Мария Олар тушешти. А вот за Мария. Те штит это Молдова к тушешти. А, 25-го она, да, ответила мне как будто и прилагает что? Спасибо. Подождите, а почему волонтер тут просит только один процесс? От 18-го? Что, 11-го он имел право? Марию, ну, Василеск, да ну... Ну и так, а вем же интервью. Ну ты слез, дефел. Я думаю, что это... Да пьёвэд, дуамни, аста кап де чер требу. Я думаю, что это... Капур дел Мария Улар прицуэс во мии требу. Это не его подпись, никак, как он может... Он 21-го просит за 18-е только. Де мулт нам факташа лайвури лунч. А, когда они вышли? 18-го. Так и 11-го вас не пустили. Нет, 18-го числа они сказали, что у них есть бумага. Да. Знаешь, когда пришла сюда? Так и 11-го сказали, что есть бумага. 18-го они сказали, что есть бумага. Давай. Я сказала, почему вы закрываете дверь? Потому что у нас есть бумага. Где бумага? Нету еще. Нету бумага. Мария, вот она отправляет. Единец, палевом, жил. Да, Анжела, я когда пришла, я спросила ментов. Ну что, я получу два процесса, да. Наверное. Ментов. А, Мария, спони милиционеров. Где? Это вообще как? Да, что он делает? Каким числом он делает? Ю, я кону под спони. Менты. Документ, где его подпись? Что он просит вообще? Это не его подпись, сэр, смотрите. Не его подпись. Да. Что вы мне говорите? Аджонкт! Аджонкт! Ты ужас себе. Не его подпись, но как будто похоже. Но ужасная. А этот аджонкт сейчас сегодня был в отпуске. Вот ты ее возьми. Да, ну, слушай, здесь бурла. Мария, дичизия полноурма. Да. А вот дичизия полноурма, а стоит суд чинтреч. Сейчас я вам покажу еще вопрос. Они 18-го запретили ее контакцию в больнице. Ее макарман факут ко карте. Мария, еще один конек апелляционный полотубийц. Ой, да, че не интересаться. Это вершина отработанных схем. Вершина отработанных схем. Вот, ну, вот это
Шлаурма вапуниц вайскалиц нишнучтин. Сразу пуй, без яйца, смотрите. Рынки ели 2 июля 21-го. Я дала мотивированный отвод. Вот у меня дичизи. Дерикузария. Что делается? Серс пинджи. Видец? Да. Не фондате, ларвери. Все. Да. Это было 2 июля. Видите? Это ли секта из жудикатории? Георгий Шкутельник, Георгий Пушка, Шулег Мурав, я спус. Вы дайте джоз. Они везде, везде. Они у меня два раза. И только они отказали в равноускоренном процессе судопроизводства. Мне и моему мужу. Мой муж вообще ни разу не отменил заседание. Он работает, чтобы мне было за что кататься и лечиться. И вот представьте себе, что они отказали. Дальше. Они отказали. Смотрите. Один раз можно делать отвод, дальше нельзя. Смотрите дальше. Катятся в кондуа насташки, пидеросты, тедосару. Энкиери от 24 февраля. Перед этой энкиери я дала мотивированный отвод. У меня даже есть видео, Мусуминка где я со скандалом получила вот этот номер. Посмотрите, заявление об отводе... Василкан Виорика, Бурдужан Габриела, Мария Бузила, Вина Георгин, Георгица. Смотрите, про кровь, антиген, ген, АБ, это печаль. Это я брал в саду, как Асселем. Я расписала... Да ты, Ора Мария. Специалист не знает, чего. Смотрите дальше. Так читайте, что дусен мной, Ромас. Ну, принимай молоту. Ты еще не думаешь, что принес бань мою маме. Ну, не маражаш мои, чем макарон. Это фарва дус поли. Обратите внимание, я скандалила, у меня есть видеодоказательства, где я скандалила, что я написала, вот еще, это то, что я уверена, что было, на 14 листах. Я написала на 14, потому что они воруют. Смотрите, 14. Листов 14. Подпись есть. Все, вот этот лист, у меня есть видео, где его не было, а было только вот этих листов. Вот. Потому что прилагаемый материал... Он точно такой же, как вот этот, этого числа. Дальше. У меня опять идет процесс вербал. Видите? Опять. Покажите. Крупно. Георгий Скутельник, Геннадий Люлька. Здесь уже другие. Шелжела и Венку. Видите? Да. Но Скутельник есть, ему надо отработать. Яка, что здесь? Вот Инкиери сразу респинджи. Я их знаю все наизусть. А респинс, как не обоснованное. Какие еще нужны основания? Я должна видео найти, которое съел следователь Герцевой. Пришли шединцы, ждикатур расписались. Миш Макарскрии, щинец. Да, это корешки. Плачфая, не вишь, сувы таич. Но это не заверено нотариусом, что оно склеено, и печать вот здесь, вот так, и оно цельное. Валентины, вот так. Здесь своя галы, что штампилы, что тут феритет, что я расштампила, что скальпура нотариал. Я что, дурочка? Это страшно. Это они? Это с какого-то другого фаицы. Поняли? Не поняли? Значит, будем вникать. А то тут дальше нечего уже искать. Тут, потому что не все. Третьего этого нет. А вот я вам покажу 7 апреля, что я принесла. 7 апреля я сделала им нервы. Фермулец финк ясте нин контину. Вот это все. Носера тем интро. Вот это все. Я принесла фотографии. Вот этот человек, который в уголовном деле. И не написано, кто он. Молчат до сих пор. Информация от террор. Не фламлабыл. Скорки дефил. Или что? О, пожалуйста. И страшно. Из социальных сетей. Позиция бы, ну, фатицим в ракцион. Яко герцевой следователь. Герцевой следователь. Вопрос еще давно есть. Вера Булгар, воробка с... Его 4 26 субъект. Пожалуйста. Дар тут треба май прескурташтинг. Прошу приобщить. И я пишу. Фотографии Павла Кирилла, живого, на полу делом. Дома. Снятые с телефона герцевого. Вот, с якого телефона под протокол следователем Симом. Ну, пишу. Время. 00:53 изображен парень, но в кадре нет. Критка почему я должна делать работу? Время 00:58. Мужик крови. Так перерезана обе подрыжки. А после ее Валентин Бородаки, Донна. Самооборона еще? Дальше. Фото части Людмила комнаты. Баби, мужик крови. Справа нет мебели. Слева тумба под ТВ. Прямо комод. Между тумбой для ТВ и комодом рубашка сына.
Нет, рубашка с длинным рукавом в клетку, синий, черный, красный, без травки, мы интервеним кому репортаж к Марии Оларе. Людям, она вела людям, что ножки от курочки были слобаны, как будто Кобря и Палев дрался. Ласкандал, на фото все целое. Фото из...